Я принес для вас, друзья, новогодние подарки. В этом видео разыграю 5 допусков к синдикату. Если он у вас уже есть или нахрен вам не нужен, то вы получите боевые очки, кредит. Но при участии ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши комментарий. А главное, имей новогоднее настроение. С наступающим, братишка, и погнали! Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрируй аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первой ссылке ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй же тебя ждет золотой кейс, который ты сможешь открыть, и то, что тебе выпадет, заберешь себе на свой новый аккаунт. По третьей ты сможешь получить випку и пушки неон. Также недавно была открыта четвертая ссылка, где ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Если ты прошаренный парень, ты сможешь забрать весь донат со всех этих ссылок. Также в описании будет ссылка с гайдом, где ты всегда сможешь забрать себе халявный донат. Начни играть по этим ссылкам, и огромная статка, качественный нагиб и реально клевый аккаунт тебе гарантирован. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега, и это 1 на 8. Как давно мы этого уже не делали? На 1000 кредитов играем, кто меня больше всего задефает, тот и выигрывает. Всем привет! Здорово! Привет! 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 Сегодня мы играем на 1000 кредитов, так что они будут пытаться меня задефать, потому что сейчас в Warface новогодняя обнова, все за бабки, все за кредиты. Но я ж не просто так, я... Да нифига, идите вы нафиг, у меня золотая G28, которую... Юкарный ты папай! Подписчик задефал, один подписчик получил зайти. Конечно, бы такие... Хочется проводить, конечно, игры с подписчиками, но это все очень, конечно, долго, это на стриме, ребят, надо делать, то есть на стриме я постараюсь вот такие игры делать. Но, да нет, это гони, что это за говно, оно это говно, как с него играть, блин, почему, блин, оно на ПВЕ, когда на ПВ, о, то есть на ПВП его набивало, оно всех с одного выстрела убивало, блин. Интересно, если дефолтный жилет вы одели бы, он вас убивал бы с одного выстрела или нет? Я хочу вас в толпу подвести, чтобы комбо-убийство сделать, а вы не даете, ну-ка. Капец, ты пошнулся. Что это было? Меня тоже самое показало. Warface, да блин, я бесит, что она не ваншотит. Почему я не могу задефать? Почему ты так тупаешься? Это просто 5 палок, забей. Блин, тут надо вот так аккуратно с ней стрелять. На ПВЕ так легко было с ней убивать. А тут нужно аккуратненько. По 2 патрона. Они еще стрейфят, сраные сокланы. Ну-ка, иди сюда. У меня для тебя новогодний подарок. Новогодний дигл. Иди сюда. Ой, даже дигл вас одного быстрого убивает. Это говно, нет. Хорошо, что она мне золотая не упала. Давляк, 2 раза, давляк. Кстати, что-то выиграл, да, давляк уже, или нет? Да. А, ты какой-то пин-код, да, выиграл? На... Какой да. Ты пин-код выиграл? На, ну, короче, по-моему, этот, стандартный автоматик. На инженерную короче. Повезло, что не дадай его К3. Но ничего страшного, то есть, сейчас ты можешь выиграть 1000 кредитов. То есть, пин-код это пин-код, но 1000 кредитов это... Да хватит стрейфиться, сука, в снеговике застрял! Нет! Я застрял в сраном снеговике, а ну-ка сломайте его. Ладно, все, я буду сосредоточенно играть, а то как... Да вы задолбали, 18-7, я с ней на паблике лучше сыграл. Отвалите от меня, блин. Че вы стрейфитесь, гады, блин? Это что такое вообще, что с Warface? Почему вы так стрейфитесь? Как вас убивать? Вот, блин, меня сейчас люди смотрят, не понимают, как я не могу никого убить, это задолбал. Это говно, как с ним играть? Это кусок говна, а не снайперская винтовка, как с ней играть, блин? Ай. Вы стрейфитесь просто пипец как. Я, наверное, с болтовки бы не убивал с такими стрейфами, блин. 12 патронов. Почему у меня так мало патронов? Я, кстати, на ПВЕ, когда играл, я тоже с ней бомбил, потому что у нее патронов очень мало. Очень заканчивается быстро. Капец, как быстро заканчивается. Кого-то убил. Да почему он не бежит, блин? Он не бежит, сука. Я эти... Я, короче, эти ботинки сраные, абсолютно... Ой, абсолютовские. Вот эти ботинки одел сраные, блин. Которые собрал. Он вообще... Он бегает, как гном какой-то. Да посмотри, как он бегает. Капец, для кого эти ботинки вообще собирают? С Новым годом, сучки! Блин, задолбали вы, ну серьезно, со снайперкой вообще вас нереально убивать, блин. Надо было подкаты вам запрещать, блин, и делать, и все. Слишком эти, слишком вонючие ботинки. Какого хрена, синдикат? Это реально говорили, кто-то синдикат, это что-то круто будет, блин. Я собрал, блин, значит, ботинки синдикат. И они говно, они бегают, как вообще непонятно кто. Может, он в голову стрелять? Ну-ка, идите ко мне. Да давай, выходи. Стоит, 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 на респе, стоит, крыса. Да вы...
Не, ну они очень медленные, сука, какие же они медленные. Ура! Наконец-то! Идите вы в очко, что это такое? Это говно какое-то, оно вообще не попадает, блин. Я вам говорю, все мимо летит. Вот так тебе. Хорош. Блин, ты знаешь, предновогоднее такое видео, вы меня решили жопу подорвать на Новый год, что ли, а? Вы мне жопу решили подорвать. Ну ничего, как раз место в клане нужно освободить, место в клане нужно освободить. Как бы вообще нужно освобождать меня. Наташа, ты меня ни разу не задефала, что ли? Один раз задефала вообще-то. Капец, ты лох. Может, не знаю, с новогоднего дигла вас попробуй поубивать. Да идите вы в жопу, я вообще медленный, почему я такой медленный? Господи! Ты посмотри, как я медленно бегаю, блин! Что это такое, блин? А черепаха сраная, нестандартный... Сосать, просто сосать. Это просто лол. Просто сусамба. Капец, ты вообще не дефаешься. А вы что думали? Эй, это вообще-то... Еее. Ты меня с километра задефал, да это говно, Наташа! Не-не, я с тобой рядом был. С тебя невозможно вообще играть, просто невозможно. Я еще эти боты одел, это пипец, а не боты, забей! Никогда не надевайте эти боты после абсолютовских ботинок, или как они называются? Атласовские? Атласовские ботинки — это жесть. И просто в стене застрял, сука! Просто взял, застрял в странной стене, вы меня затрахали, все. С первого числа вас клан не будет, поняли? Зашел тут поиграть, статуси по фарме за 1000 кредитов, и тут меня нагибают. Ну все, пацаны, вы меня разозлили. Да... Блин, хочу у кого-нибудь дробовик забрать. Хочу у кого-нибудь забрать дробовик. Да сосать! Ускот! Нет, нет, не убивай! Нет, нет! Я только его взял! Только взял этот сраный ускот! Как я медленно бегаю, твою мать! Блин, кто придумал эти ботинки? Пошел ты в очко, блин! Просто в лысое очко! Что это за ботинки? Зачем такие медленные ботинки вообще в игру добавлять? Я, кстати, ни разу с ними не играл, с ними ботинками. Думал, сейчас... покажу, понагибаю с ними. 6 раз. Ты серьезно? Да, блядь, ты серьезно? Он же на РМ так играл. 6 раз он меня задефал, блин. Как ты выглядишь, давляк? Я тебя буду первым убивать. Сосать. Ну это говно, это... просто с дигла вас легче убивать, чем с этого говна ссаного. Я зачем добавлять полуавтомат, блин? Я понял, я промолчу. Зачем добавлять полуавтомат, который, сука, у которого 12 патронов? Это мало, блин, это мало, капец, как мало. Патронов нет, пощадите. Надо стопить его. Вы меня сейчас стопите? Я, блин, то в стене застрян, то в снеговике застрян. Настоящий соклан. Лечится. Лечится, сука. Да, блин. Сосать. Сколько патронов там? Да, камон, ну какой дробовик? Нет! Дай! Патроны кончились. Комбо убийство, поняли? Сосать, сосать. Комбо убийство — это изи. Не, в жопу, это говно. Ну нафиг его играть. Это такое говно, блин. С него вообще хрен кого убьешь. Вот это я понимаю. Вот это фармчик статки. Вообще нормально. Вот так вот, то есть вообще нормально. Фарм. О, доминатор. А то взял какое-то говно, блин. Вообще не бегаю. 77-21. Наташа, я думал, я на тебя тогда гнал, что ты так херово сыграла. Оказывается. Это все в оружии дело, просто в оружии. Вот так вот дробовичок берешь и пог... патроны кончились. Ты серьезно? Ты семи раз меня задефал? Серьезно, да? Ты вот сейчас на серьезке, да, это говоришь? Да? Я понял тебя. А кто еще мне хоть сколько... сколько у тебя раз вообще задефали? Я 4. Я даже от вас убежать не успеваю с этими странными ботинками. 3 раза. Ну ладно, кто мне 0? А, инфекшн, лошара. Всегда есть такой лох, который ни разу не задефает. Не знаю почему, но всегда есть такой лох. Как же у вас трудно попадать. Патроны закончились, рашьте его. Какой не закончились патроны? Не закончились. Сосать. Не закончились патроны. Да не закончились. Короче, все, вам хана. Где мой дробовик? А, моя снапа только лежит, сучка. 2 выстрела. Я думал, я, знаешь, когда запускался, думал, наоборот, вам что-то какие-то правила полегче вам сделать, чтобы вы там титаны одели. Потому что, типа, у меня полуавтомат, и это изи будет вас убивать. Да ни хрена не изи, вас хрен убьешь, вы спамите, как твари. Как... просто как черти вообще. Как он это делает? Как ты это делаешь, сука? Опа.
Кто это у нас тут сидит? Еще Максим. О, патрончики на Максиме. Сидите сюда, дети мои. Че вы? Не такие уже смелые, да, пацаны? Не такие смелые, да? Пацаны, вы что-то не смелые. Что-то вы какие-то пассивные стали, не? Кажется? Короче, ясно, какой обзор на снайперскую винтовку. Что-то вы какие-то... Да это говно, что-то обозревать, блин. Вообще хрен с кого. Во, пацаны, Максим! Максим! Вот Максим, вот это я понимаю. Да ты... Нормально, типа, вот вообще... Блин, патроны кончились. Вообще фарм... Фарм закончится вообще нормально. Ну-ка, где? Может, прицел другой поставить? Это все дело в прицеле, я понял. Будет это не день инфекшена, то точно. О, прицельчик заходит. Не, близко. Да как ты вообще стену дефал, сука? Инфекшен, конечно, с почином. Но он стену тупо дефает стену и меня убивает. Ладно, короче, по фуфочкам я буду стрелять. Отстреливать ботиков. Не, ну тупо фул крест даю, он Себастьяна дает и лечится, тварь там. Ну как вас убивать, блин? Не, они закончились, патроны, отвалите. Не закончились. Я сказал... Ну ладно, 113-28 тоже неплохой счет. Да не, конечно, карту надо было что-нибудь другое ставить. Типа какой-нибудь штурмец. Ну, новогодняя карта, к сожалению. Ну, 114-28, поняли? Отсосали вы, короче. Знатно. Давляк, 8-12. Не, ну... О, занять первое место нефтебазе командным боем 25 раз. Вот это я понимаю. Короче, чуваки, вот такое новогоднее видео. Решил всех нагнуть даже... Ну, это... Не сможете этим говном играть, это пипец какой-то. Это вообще не для 1 на 8 снайперка. Они спамят как черти, вы сами видели. Вообще, еще он чё понаделали. Так, далеко, короче, сперва клана не будет. Фигня какая-то. Все, все поддержали, собрание, да, все поддержали, давляка надо, согласен, плохо играет, кикать надо, давайте прямо сейчас его кикнем, вообще офигел, блин, не дал мне пофармиться нормально. В общем, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, все ссылки есть в описании, с Новым годом, ребят, с новым счастьем, надеюсь, подняли вам настроение, спасибо огромное, увидимся.